100% готовность. Укладка асфальта на дороге Иваново-Кинешма завершена. Сейчас идет установка знаков, рабочие делают островки безопасности и разделительные полосы. Ремонт стал возможен благодаря дополнительному траншу из федерального бюджета. 59 километров дороги обошлись почти в 1 миллиард рублей. У нас 59 километров ремонта на этой трассе, да, от Иваново до Кинешмы. А основной ход дороги в настоящий момент завершен. Ведутся работы по обустройству пути, модернизации круговой развязки. Здесь еще будет освещение, нанесена разметка, съезды, примыкания, остановочные павильоны. И будет в ближайшее время устранен весь брак, который был выявлен. О модернизации именно этого перекрестка с круговым движением губернатор говорил еще в августе на встрече с общественностью в Вичуге. Тогда только появилась уверенность, что ремонту быть. Этот транш нам позволит в этом году, подчеркиваю, в этом году, заняться системной дорогой от Иваново до Кинешмы. То есть всеми участками Иваново, Родники, Вичуга и Вичуга-Кинешма. И главное, вот этим кругом, на котором очень многие бьются, наверное, я думаю, жители знают, о чем идет речь. Мы поступим следующим образом. Мы на следующей неделе начнем ремонт дороги куска Иваново-Родники. И где-то с 11 сентября примерно начнем уже кусок Родники-Вичуга и Вичуга-Кинешма. В планах в этом году эту дорогу привести в порядок. Она действительно как после бомбежки выглядит, некоторые участки. Задача сделать кольцо заметным для водителей будет выполнена, обещает подрядчик. Развязку у Вичуги оборудуют островками безопасности, пешеходными переходами, освещением. Этот разделительный островок, он разделяет движение, полосы. То есть в основном были аварии, то есть с горы летели машины со стороны Иваново на Кинешму и бились вот здесь барьерное ограждение. Если вы помните, оно было все помято. Да? То есть теперь мы полосы разделили, как бы исключены теперь и встречные удары, лобовые столкновения, то есть, ну и снижение скорости. Поработали над аварийным перекрестком и дизайнеры, тоже с прицелом на безопасность. В центре кольца сделают насыпь, на которой будет возвышаться надпись «Вичуга». Большие светящиеся буквы везут в регион из Германии. Будет, значит, две линии букв с той и с другой стороны, чтобы со стороны Кинешмы, со стороны Вичуга их было видно. Да? Посередине будет холм, разработан дизайнерское решение. На этом холме будут, значит, расти такие низкорослые кустарники хвойного типа, которые зеленые и летом, и зимой. Ну, я думаю, что это должно быть красиво. Отметим, что к работе подрядчика на дороге Иваново-Кинешма у губернатора уже были претензии. Некачественно уложенный слой сняли и уложили новый. Дорожники пояснили, что плечо подвоза асфальта к Вичугскому району порядка 80 километров. Попали на плохую погоду и смесь подморозила. Все замечания по браку устранены. Полностью работы завершат к концу этого месяца. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Вичугский район.